Итак, всем привет, с вами Марс. Сегодня мы делаем обзор на Dragon Age 2. Скорее всего, я пройду эту игру, сделаю на нее полный летсплей. Блин, только жалко, она у меня английская, но я поищу русификатор в инете. Обещаю, что если я возьмусь, она будет хотя бы с русскими диалогами и субтитрами. Что ж, за мага играть это головная боль. Хотя в трейлере был он именно магом. Вояка, то есть мечник. И варюга. Да. Будем играть счет. Этот быстрый, этот медленный. Будем играть за среднего. Будем играть за мечника. Вот, ребята тащат нашего дружка. Хотя он еще не наш дружок. Этого парика. Ладно. Звука наверняка, как всегда, нету. Так. Ну, нашего гнома словили, говорят, мол, рассказывай про чемпиона. Про чемпиона, то есть про меня. Он, как всегда, ну, в смысле, не очень корректно себя ведет. Ну, ты получил по морде. Ох ты, шо, чуть яйца не проткнуло. Да ты гонишь, девочка! Девочка, скинхед. Хотя стоп, какой скинхед, нахер. Что я несу? Так, ну что ж, начало истории Dragon Age 2. В самом начале нам, естественно, показывают, какие мы крутые. Показывают самую лучшую броню для мечника, естественно. Так, куда ты, малыш? Умри, нехороший. Грюк. И грюк, пофиг. Но мечаков не знают, не знаю. Но, как видите, механика Dragon Age 1 Origins сохранилась. Добавили, конечно, виртуозность владения. Всякие вот эти понты, удары, кровяшу, тут останки тел. Как видите, магия стала более органично выглядеть. Не понимаю, вот многие люди наезжают на эту игру со словами: «Не, это говно, это полнейший провал». Ну почему же? Да, пускай тут не такой сюжет, как в первом Dragon Age, но так, блядь, это ж следующая серия. Она совсем не про то. Тут вот этот чувак, Хоук, убегает вместе со своей семьей от неприятностей. От мора. Они убегают с лотеринга. Кстати, в дополнении там к Ориджинсу я сжег лотеринг. Поэтому им есть почему бежать. О, нам появились удары. Теперь мы можем их резать более виртуозно. Мечник мне еще нравится тем, что он как махает мечом, у него атаки радиусные. Вот, например, вот это. Так как было когда-то у вора. Ты делал шторм или торнадо, я не помню уже. Разрывало всех по кругу. Тут это больше реализовали в мечнике.
Игра отличная, графика. Тут тоже не к чему придраться. То, что сюжет немного намученный, то вначале мы спасаемся, попадаем в некую дикие трущобы, начинаем делать простые задания, там, связанные с тем, заработай деньги и продвинься по социальной лестнице, спасая свою семью заодно. Потом узнаем про сраные заговоры всяких разных людей, магов, например, и этих... Блять, извиняюсь, я забыл. Короче, церковников. Они постоянно между собой грызутся, непонятно ради чего. Поднимают войну, еще потом появляются эти сраные быки. Кстати, непонятная раса, я вообще про нее не слышал в первом Dragon Age, но видно из-за того, что северные земли, тут живут быки. Пофиг, блин. Если бы я так тупил на начале первого Dragon Age, да вы чё, ребята? Это так бы меня уже разорвал на две части, зажрал и забыл бы. Но видно, да, игра упрощенная, потому что первый Dragon Age был намного сложнее. Вот. Отличная фаталити. А, видите, кровь на лице персонажа. Ее можно отключить, но это вам привет из первого Dragon Age. Да, дракон. Это не просто дракон, это флебет. Если вы помните такую с первой части, это мамаша Морриган, но я ее убил. И Морриган вместе с ребенком, которого я ей оставил с первой части, пошла в северные земли. Ну, походу, это Морриган. Она взяла себе имя Флебет, ну, непонятно. И больше эта тема с этим драконом и с этой Морриган не всплывала на протяжении всей игры. Может, я невнимательно проходил, но какого хрена она тут появилась, и вообще непонятно. Может, это очередная отсылка к первому Dragon Age, ну? Короче, вот эта девица ищет не то что полководца, ну да, полководца ищет нашего чемпиона. И расспрашивает этого гнома, дворфа. Прошу прощения. Расспрашивает этого дворфа, где можно нас найти. А мы пропали. Типа мы исчезли. Про нас никто не знает. Вот. Создаем персонажа. Бля. Где ребята. Оставим такой, как он был в трейлере. Все, не надо больше ничего. Сохранить меня не осталось. Поэтому... Гаррет Хоук. Будешь ты Джоном у меня. Джон Хоук. Или Джим. Болюм Джимми. Джимми Хоук. Отлично. А что значит эти уровни? Nightmare, Casual. Что за? Normal, Casual. Это хрень. Казуальный это типа просто. Че я туплю? Ладно, пофиг. Все равно. Это обзор. Я это делаю обзор исключительно для того, чтобы показать геймплей. Я хотел выложить обзор на Mafia 2. Но вот там предыстория с первого Dragon Age. Король Кайрен был убит из-за предательства. Короче, там все закончилось плохо. Кроме того, что герой остановился. Вот. Я хотел выложить обзор на Mafia 2, но это видео было заблокировано из-за нарушения авторских прав. Печально, конечно, но
Дичок, я думаю. Ну, видите, как классно реализовано Марио. Вот это полная наша семейка. Наша мамаша, мы, наш братюня и наша сестрюня. Но мы будем казаться добренькими. Как вы знаете, с английским я не дружу, поэтому если буду делать летсплей, обязательно, просто обязательным порядком найду русификатор. Хе-хе-хе, идиоты. Да. Ладно. Бежим по дороге, все равно. Дорога у нас одна. Потеряться тут нельзя. Это, наверное, привет нам от Фейбла. Так. Так, это обижитесь, это нам не нужно. А, да, вот это. Инвентарь. Так, секирка. А это. Нет, говно, буду ходить с мечом. Кстати, прикольный меч-то. И стандартный. Да. Похожий на это. Меч Зампакта. Какого-то. Какого-то аниме. Блич, по-моему, из Блича. Так, ладно. Идем резать. Резать этих засранцев. Ну, видите, радиусные атаки. Хоть по чуть-чуть, но радиусный. Простите меня за то, что я немного заговариваюсь. Просто я записываю звук-то уже на часах почти 4 ночи. Я довольно устал за сегодня, потому что делал обзор на мафию, ее заблокировали, я довольно-таки расстроился. Ну, пофиг, в общем-то. Хорошо, что канал не заблокировали. Я не стал делать обзор на L.A. Noire. Потому что что-то там Rockstar вообще мутит. С этой игрой непонятно. Да, как вы заметили, игра не очень веселая, но пока что событий довольно-таки много. Получи говно. Так, вот это местные храмовники. Охренеть, вот эта девка. Давай. Офигенно. Вот это конь с яйцами. Ладно, сейчас мы им поможем. Ну чё ты, говно? Так, ладно, пробегаем. Надо их спасать. Чё-то у меня нет удара. Мне нужны удары. Всё, у меня левелап должен быть уже. Так. Вся в кровище. Мужик, я не выжил. Тебя ударили клинком. Насколько я знаю, если тебя эти... Забыл, как они называются, но пофиг. Войска Мора. У них специальные клинки, которые когда бьют, то... заражают, и человек должен умереть. Ну, или превратиться в то, короче. Как зомби. Такая милая семейная сборочка, все стоят в крови обляпанные.
Так, наш братюня выступает, что нафиг надо, мы в них не нуждаемся. Ну, да пошел ты, братюня, ты все равно сдохнешь. Как бы я не хотел оставить тебя в живых, ты все равно сдохнешь. Поэтому мне на тебя пофиг. Так, вот, тут уже пошли враги посерьезнее, но все равно херня. У нас уже полный отряд, 4 человека включено с нами. Мы все так же можем ими управлять. Но я буду играть чисто за себя. По крайней мере, пока не раскачаю его до левела 15-20. Там появится один лучник. Сейчас забыл, как его звать опять. Ну, я прошел игру несколько месяцев назад, где-то месяца 3-4. Я просто что-то так захотел. О, левелап, ищет. Что-то так захотелось пройти, и там был один лучник, храмовник, который постоянно молился. Вот классный чувак. Он уже тогда будет классно раскачанный. Не будет дохнуть, как если бы я начал играть сейчас за лучника. Ну что, будем качать тебе. Насколько я помню, Strong это сила. Сила и дома. Тогда у нас переходит. Так, Health это здоровье. Ну, отлично. Будем качать и здоровье, и дома. Да, вот он, могучий удар. Будем всем могучим ударом ломать могучие бошки. Прошу прощения. Так. Ты будешь стихийным магом. Так, ты. Тебя даже качать не надо, ну ладно. Тоже первые и последние, как для воина. Так, ну тебя тоже. Прокачаем могучий удар. Ну и ты, капитан стражи в будущем. Так, нет, это мы тебе не будем качать. Это не то. Вот. Щитоносец. Где-то. Ладно. Каждый выпадает золото. Все так же экономическая система сохранилась. Ну, в смысле, золото, серебро и бронза. Если не серебро, ну пофиг. Так, надо зарубить лучников. Надо зарубить лучников. Кстати, тут не лучники, а арбалетчики. Лучники попадаются... Тут только у бандитов. И то редко. Так, вот наш песик, кстати. Тут сразу дается призыв песика. Тут не то, что как в первой части ты его там дошел или там выходил с того лагеря. Нет, тут сразу оно как призывное животное. Красовая способность. Я не помню, можно ли эту способность на мага или на вора применять. Типа сразу песика выбирать. Не знаю, что там написано, но оденем. Так. Отлично, паузу тоже сохранили. Вот бы так в MMORPG. На паузу поставил, поставил на дебаф кнопки и все. Хотя я не фанат MMO. Раньше я играл в Володы, пробовал в линейку играть, но говно есть говно. Мне как-то не понравилось. Играл в Карас. О, как разлетелся. Да вы посмотрите. Вы чё, посмотрите на это мясо. Охренеть, да? Конструктор Лего, собери монстра. Играл я в Володы, играл в Карас. За пару месяцев так задолбался, что... Думал, донат система исправит. Нифига подобного, она только помогает качаться.
На линейку я вообще с самого начала забил. Так, ты до моей сестры не подходи даже. Говно. Так. Ну давай, бежишь ты. Все, левел ап. Обилитесь. Еще стронгест тебе поднимем. Да, видите, дамаг увеличивает. Прокачаем тебе увеличение дамага. Тебе стронгест и хелс. Можете как авангарда качать. Ну, пускай эти отвлекающие способности используешь. Так, сейчас будет мясо. Это я помню. Симлятрус. Где она? Орк бежит. О. Привет. Ты идиот. Ну вот и все, у нас больше нет, братишки. Прощай, прощай, прощай. Все, сдох, братишка. Ладно. Сейчас мы будем мстить этому говномесу. И чё? Ну блин, тут он уже силен. Так, пойду тебе лучше в спину, чтобы ты меня не сильно покусал. Я не понял, а это что такое? Ёб твою мать! Да вы чё, ребят? Так, пошли вон. Ну, надо орка добить. Я хочу ему фаталити сделать. Блин! Не получилось фаталити. Ну ладно, пофиг. Что-то нет. Так, у меня сестрюня дохнет. Только сестрюня выпить зелье можно. Ой, еще. Что-то зелье здоровья. Так, что-то я вообще опыта не заработал в этой битве. Вообще непонятно. Сколько врагов перерубили, а опыта мне так и не привалило. Да, мамаша, успокойся, он сдох. Блин, я уже раз 20 это, наверное, видел. Да, я очень сожалею, он был моим братишкой. Но пофиг, он помер как герой. Я даже помню диалоговое окно. Так, давайте я его тут отпою, так сказать. Да, давайте помолимся. Так, я не понял, что я только что сказал, но пофиг. Так, что, опять? Да, опять волна. Так, ну чё. И опять, видите, опыт где не приходит. Хотя это я же, я их добиваю. Вообще непонятно. Так. Вот сейчас прилетит эта дура. Яна. Давайте уже. Зубами. Так. Вот она прилетела уже. Ты говно, пошла отсюда. Да по-любому это Морриган. Посмотрите, даже костюмчик похожий. Эти перышко до плеча. Это манера, это эти волосы. Даже взгляд ее похож. Ладно. Старуха ты, конечно, уже. Старуха, старуха. Ну такая, по крайней мере, в возрасте уже. Да зачем она взяла себе имя Флемет? Не я. Ведьма из диких земель.
Короче, скип, либо это все. Когда говорит этого храмовника, надо убить, потому что, ну, бля, он станет порождением тьмы. Будет мучиться или просто сдохнет. Ладно, давай я его убью. Он все равно должен сдохнуть, так что ты даже не кривись. Да. Ну чё, малыш, пришла пора отдыхать. Не, ну вот на самом деле я бы взял своего меча и тупо снес бы его башку. Спасибо, говорит. Ну ладно, чё мне, жалко чё. Так, всё, ты сдох. Диалоги эти можно скипнуть. Иди уже давай. Это опять высказывает свое мнение по поводу. Типа, мол, не могло такого быть, Флемин. Петь бы идите в земель. Варик говорит, да мне пофиг, что ты там думаешь. Может, я и сам не знаю всю правду о чемпионе. Потому что он с нами познакомился только когда мы приплыли, по-моему. Когда мы приплыли в город. Первый знает, как он называется, но не тут. Сразу предупреждаю, Dragon Age 2 это Fable. Это в Reckoning это еще свобода, полная свобода, причем действий. Иди куда хочешь, делай что хочешь. Но тут ты следуешь четко по коридорам. Шаг вправо, шаг влево, почти что расстрел. Ну, конечно, не расстрел, но это близко. Вот, показывает, мы плывем в сраный город. Причем декорации, как в кукольном театре. Пришлось мне как-то работать в кукольном театре. Ну ладно. Картинки говно. Стилизация говно. Но мы еще всего не видели. Так, тогда это скипнуть. Нас учат, что кнопочки 1-9 и 0 используются для активации abilities, для активации возможностей, ну, этих мощный удар, там, вся херня. Спасибо, я играл в первый Dragon Age, я знаю. Так, закрой рот, там надо идти на площадь, я знаю. Все, отлично, надеюсь, ты меня свалишь. Все тут, блядь. В чем я останавливаюсь? Я чемпион будущий. Ты говнила. Блин. Так. Надеюсь, дата свалит, потому что она мне не нравится. Она постоянно у меня тырит фраги. Постоянно, просто. Так. Я потерялся. Так, вот площадь. Да. Вот эта площадь. А, эти наёбники. Первое убийство. Так, ну чё, ребята, привет. Мы тут приехали на поезде, ёпта. На водном поезде приехали. Так. Типа он говорит, что не может доступить в город. А эти говновесы тут стоят уже. Сколько? 6 дней они, по-моему, говорили. Ну парниш, ну пусти нас, мы тут по приглашению там какого-то говнобеса, я забыл. Нашего дядюшки, короче. Пусти нас, ну пожалуйста. Ну тебе сестрюня бедет сделает. Ну, давай. Да, видишь, он согласился, видишь, так. Вы же не предлагали мне бедет сделать, мол, да?
Так вы сейчас им тут кровавую расправу устроили. Чё ты, говно? Сейчас мы бесим устроим, короче. Так, убрите. Убрите, говнюки. Но я думаю, тут обойдется и без эксплуатации нашей сестрюги. Мы тупо сейчас порежем и нас пропустят. Так, ты говнюк. Так, вот нас сбоку бьет этот козел луком, непонятно почему, непонятно за что, ну тот я. Получи. Кстати, магия очень круто реализована. Это, наверное, самое-самое-самое. Как визитная карточка Драгонейча. Вот. Опять рубиво, опять месиво. Опять конструктор лево. Жалко, тела пропадают. Это делали, наверное, чтобы не травмировать и без того расшатанную детскую психику. Хотя... Такие блоуапы. О! И без того ее травмировали уже. Чего стоит один долбанный край эфир? Долбанная страшилка. Ладно. Вот, походу, наш дядюшка пришел. Говнюк этот. Так. Дядюшка нам, походу, что-то должен. Но мы ему сейчас будем угрожать, мол, ты говно, ты тут ничего не стоишь, короче. И когда мы поднимемся, мы его оставим жить в той же конуре, а сами будем жить в огромном дворце. Ну, тут еще далеко до него. А главное, надо не забыть сестрюню забрать перед экспедицией. А то я лоханулся бы. И пришлось ей бороться. Ладно, до этого выбора еще дофига. Так, говорит, там нужно сделать некое дельце для некоего пацанчика. И тогда нас пропустит в город. Вот оно, это дельце, походу. Так, он нам говорит идти и убить некоего разбойника, который промышляет на местном базаре. Вот это вот. Ты ж говно, иди сюда. Так. I want to talk. Я хочу поговорить. Так, ну чё? Может, ты мне заплатишь? Я знаю, ты можешь мне заплатить. Так, отлично, very well. Дай мне бабла. Так, а вы чё? Так, ну он, естественно, отлынял, короче. Если хотите драться, ваши деньги там, его. Ну ладно, хорошо, блядь, уболтали. Сейчас порежу вас. Всё. Хе-хе, лошара. Так, зелье of health. Зелье здоровья. Так, то режутся они довольно отлично, большого добага и большого вреда мне не наносят. Так, ну все, разобрались, такая модная бригада. Вот, все, левел ап, левел ап. Отлично. Поднимем себе уровень, опять поднимем себе стронгист. Так, и подняли здоровье. Так, прокачаем владение двуручным оружием. Тебе прокачаем запас магии и урон магии. Так, ну ты у нас стихийным магом будешь, поэтому изучаем тебе стихии. Так, получили еще два
серебра и 18 меди, пойдем сдавать квест. Но поскольку то говно от нас убежало, он нам не заплатит и в город не пропустит. Где-то тут еще одна. Есть эльфийка. Да, вот тут. Которая нам поможет. Скажет сейчас сбей. Сбей бабло с некоего торговца. И отдай ей бабло. Вот. Если бы можно было, честное слово, я бы ее тоже убил. Но... К сожалению, нельзя. Мне надо попасть в город, и это последний мой шанс. С кем я договорился, а с этим не получится. Ну и ладно. Я... Ууу, какой ты наглый. У меня два золота. И... Так, ну чё, ты чё, говно, не понял меня? Нет, я не иду. Я тут ради справедливости. Короче, ты говно, пошёл вон отсюда. Слушай, может, ты мне заплатишь тоже? Заплати деньги, я про всё забуду. Типа, парни, порешите его. Всех там. Эффекты, да? Ну чё, ты сдался? А, не, ещё засада. Ну повернись ты. Так, ты говнюк. Получи оглушающий. Так, вот, храмовнички, пацанчики решили подбежать и помочь там. Хорошо, хорошо. Хорошо. Так. Два золота вот этих из сундучка. Мы получаем очки тактики. Ну нафиг оно надо. Если тут тактика не так используется, как первым. Там в реале можно было. Так, мы потеряли два золота. Зато теперь получили проход. Ладно. На этом мой обзор на Dragon Age 2 заканчивается. Скорее всего, я буду делать для него летсплей. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Макс. Всем спасибо, пока.